Я вас уже никогда не видел. Сейчас еще подплевки в Аркаде. Друзья, сегодня мы установили мемориальную доску господину Говорухину, который 20 лет жил и работал в Одессе, снял около 10 фильмов и теперь заявляет о том, что он не понаслышке знает, что такое украинский национализм. Ганьба Говорухину! Ганьба! 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 Сережка, всем побольше. Папа, туда. Нет, флагом лучше туда, потому что вы закроете половину людей.